За два дня до выборов свободные демократы забеспокоились. Их присутствие в парламенте под большим вопросом. По результатам опросов они вполне могут не преодолеть 5-процентный барьер. Несмотря на поддержку Ханса Дитриха Геншера, им вряд ли удастся создать правоцентристскую коалицию с христианскими демократами, на что они рассчитывают. На митинге во Франкфурте нынешний лидер свободных демократов Филипп Рёслер подверг критике лидера социал-демократов Зигмара Габриэля. «Мы издали книгу, которая называется «Один Габриэль на все случаи жизни», потому что он меняет свое мнение в зависимости от того, кому обращается, и я думаю, что это неправильный стиль для немецкой политики». Оппозиция же в лице партии «Зеленых» по последним опросам теряет своих сторонников и надеется на сильное выступление социал-демократов, чтобы иметь возможность составить с ними коалицию. Кандидат от «Зеленых» Юрген Триттен обвиняет во всех неудачах правительства Меркель. Они сокращают помощь развивающимся странам. Они нарушают свои обещания. Они не хотят помогать так, как Нидерланды или Великобритания. И я заявляю, эта коалиция вовсе не заслужила имя «христианская». За последние два месяца уровень поддержки «зеленых» упал на 10%, достигнув самого низкого за 4 года.